Привет, дорогие друзья! Сегодня поделюсь с вами волшебным напитком для очистки всего организма. Этот напиток натуральный и очень полезный, вам понравится. Для приготовления чудо-напитка нам понадобится 100 грамм овсянки. Эта овсянка варится около 20 минут. Есть три вида овсянки. Это овсяные хлопья, которые заливают кипятком. Овсянка, которая варится 20 минут. И овсянка длительного приготовления, то есть самая полезная, около 40 минут варится. Овсянка, которая варится 20 минут, золотая середина. Заливаем овсянку водой комнатной температуры и оставляем на 2 часа. 2 часа прошло, овсянка набухла немного. Доводим до кипения. Далее я добавляю горсть изюма. И кипятим 2-3 минуты на слабом огне. Изюм обладает седативными свойствами, а также много витаминов В1, В2, В5. Если вы хотите придать напитку особенный вкус, можете добавить половинку яблока, груши, сливы, все что угодно, на ваше усмотрение. 3 минуты прошло, накрываем крышкой и даем настояться отвару. Далее процеживаем отвар любым способом. Овсяную кашу можно съесть, это вкусно и полезно. Посмотрите, какой густой у нас получился овсяный отвар. Кроме того, полезные элементы овса лучше усваиваются в виде отвара. Этот отвар полезен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, щитовидной железы. Овсяный отвар снижает уровень холестерина, помогает контролировать аппетит, создавая ощущение сытости. Это средство ускоряет выведение токсинов из организма, благодаря чему поддерживает функцию печени. Этот отвар для желудка просто необходим. Пью этот отвар 100-150 мл за 20 минут до еды. 3 раза в день в течение всего дня. Хранить в холодильнике нежелательно. Это порция на целый день. Пьем в течение дня и каждый раз готовим новый. Если вам это видео было полезно, поставьте этому видео лайк, поделитесь с друзьями. Всем добра, удачи и до новых встреч. Скоро увидимся.